Если будет возможность, ну, я бы, ну, для начала я попробую как-то для начала идти с ней на прогулки там. Буду пытаться хоть немного подучить ее нескольким трюкам. Рудольф рассказывает о своей маленькой мечте – завести собаку. У его семьи уже был четвероногий друг, который скончался. Для многих собака – это не только друг, но и важный помощник в повседневной жизни. Первый день у нас был, когда вся школа видела, что есть такие собаки, которые помогают людям жить в этом мире. Незрячим или там с другими нуждами. Они в собаке находят своего помощника. Интегрировать собаку в жизнь незрячих или плохо видящих детей – это одна из целей общества «Я вижу». Адаптировать школьный процесс так, чтобы собаки могли сопровождать и находиться с ребенком также во время урока, пока это только идея, которая ищет оптимального решения. Для школы тоже так нельзя. Вот, ну, все приходим с собаками, потому что есть дети, которые не любят собак, которые боятся собак, обыкновенные дети, и есть дети, которые с нуждами, которые абсолютно не хотят собаки. Чтобы такая собака зашла в школе и жила там в школе, ну, нам нужно подготовить весь состав школы. Но помимо долгого и трудного процесса дрессировки собаки, необходимо правильно выбрать питомца. В последнее время популярная тенденция брать собак из приютов. Но не для всех такое решение может оказаться подходящим. Если это первая собака, я бы не советовала брать из приюта, потому что мы не знаем, какие крови смешаны данной собачке. Она может быть очень трудно управляемая, у нее может быть плохая наследственность. Поэтому вначале надо брать маленькую и среднюю собаку, чтобы ребенок привык, чтобы он мог чисто физически с этой собакой справиться. Обычно собаку не нужно приучать к ребенку. Собаки – это животные коллективные. Все, что в доме, двигается. Все, что в доме живет, это его стая. Задача родителей – показать, что собака в этой стае на самом нижнем уровне. И что вновь пришедшее дитё – это тоже выше его находится на социальном уровне. И обычно собаки положительно относятся к детям. Они их защищают. Хоть собаке нужно показать свое место в семье, главное, что Рудольф уже в своем раннем возрасте знает и понимает. Мы в ответе за тех, кого приручили, чего многие взрослые так и не могут усвоить. Если будет возможность, хоть попробую добыть собаку, но для собаки очень большая ответственность. Элот Дукуль, Ото Элс, Латвийское телевидение.